onto the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't think right. Приветствую вас, дорогие мои друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! Очень рада, что вы ко мне заглянули. Сегодня у меня такое видео — мотивация на глажку одежды и на готовку. Но начала я свое видео с такого небольшого релакса для души. Как говорится, сейчас такая пора, все на улице цветет и пахнет. Поэтому я вот вчера пока шла, немножечко засняла, как цветет наша ерга. Поблизости у меня только видно цветение ерги возле дома, поэтому вот я немного вам ее засняла. Время вечер, время уже 9:00 вечера. У меня вечерняя глажка одежды. Принесла с работы свой костюм, постирала, и два точнее костюма. И теперь, конечно, у меня завтра еще выходной, но я решила погладить именно сегодня, так как на завтра есть как бы уже другие свои планы. Костюмы гладить, вот, наверное, что единственное, что я глажу. Вообще гладить я не особо люблю. Постельное белье я не глажу. Глажу только вот свои костюмы и Диме рубашечки в школу. Владюша у нас рубашки отказался носить, поэтому ему есть у него рубашки, но он их не носит, поэтому я их и не глажу. Вот, поэтому остается только погладить мои рабочие костюмы и Димины рубашки я глажу. Больше я ничего не глажу. Вообще, я говорю, я не любитель гладить. Вообще не люблю я гладить. Поэтому вот уже прям вот что по необходимости приходится, поэтому и глажу. Костюмы я свои нагладила, достала Димину кофточку, он ее одевает на физкультуру, она уже ему прям впритык, уже можно даже сказать маленькая. Я говорю: Дима, давай уже не будем ее одевать в школу. Нет, это моя любимая. В общем-то, никак он мне ее не отдает, чтобы я уже ее убрала. Прям вообще она ему очень нравится, уже впритык она ему. Я говорю: ну ладно, уже тут осталось 1,5 недели, уже как-нибудь уж, ладно, уж доходишь. Вот. Погладила тоже ее и подоставала кое-какие свои бриджи. Уже на улице не то что тепло, ребята, а жарко, прям реально жарко. Вчера такая была жара, это просто невыносимо. Я уже прям, не знаю, уже в квартире жарко. Кондиционер опять включала, потому что очень жарко, прям так резко. И вы знаете, прям от этой жары очень резко все распустилось, быстро. Липа у меня вот тут с балкона видно. Уже вчера вечером смотрю, уже листочки дала липа. Вот только были бутоны, прям оно как-то все на глазах, все махом. Потому что очень сильно жарко на улице, и все начинает распускаться очень быстро. Я, конечно, такое не люблю, я вот эту жару. Тем более не успела еще весна, как говорится, начаться. И с такой сразу жары я вот не любитель вообще такого вот. Глажка моя закончилась, теперь я буду варить, кушать. Решила я сварить, даже вот не знаю, что варить уже, просто фантазия уже моя иссякла. Достала фарш, положила пока в казанок, чтобы обжаривался. Нарезаю лучок, почищу сейчас картошечку, нарежу свежую капусточку. И такая у меня получится как бы тушеная картошка с капустой и с фаршем. Вместо мяса у меня фарш. Картошку мне купил Владюша в нашем магазине. Она такая грязная. И она какая-то не очень-то хорошая. Очень много в ней глазков. Там вот некоторая картошка прям вот
Ну, у нас магазинчик во дворе такой, что как бы мы сами не можем что-то брать. За прилавком все, она сама, то есть все накладывает. Там будь то картошка, будь то лук, будь то там те конфеты или печенье. То есть мы их вблизи не видим, все за прилавком. И, конечно же, меня вообще вот эти вот такие магазины уже вообще не устраивают. Хочется все посмотреть, пощупать, потрогать, почитать. А тут вот все за прилавком. Ну, дети не захотели идти подальше в магазин, а мне было некогда. Поэтому говорю, ладно уж, пусть будет такая. Фарш у меня обжаривается. Пока фарш обжаривается, я уже начистила картошечку, нарежу, залью водичкой и приступлю крошить капусточку на наше сегодняшнее блюдо. Добавила в фарш лучок и замороженная у меня морковь. Тоже добавила и томат. Пусть все обжаривается. Пока все будет обжариваться, я займусь капустой. Капусту я покупала несколько дней назад. Один раз варила борщ. И вот вроде бы в пакетике лежала, но все равно она как-то вот края у нее потемнели. Я их посрезала и теперь начинаю шинковать капусточку. Думала, не хватит капусточки, вроде бы как маловатый кусочек был. Но ничего, нормально хватило. Поэтому я ее всю, конечно же, накрошила. И все мне хватило на мое сегодняшнее блюдо. Капусту я накрошила, подсолила, подперчила и решила немного ее размять руками, чтобы она у меня все-таки стала мягче и приготовки, чтобы не была твердой. Сейчас пока у меня там фарш будет готовиться, у меня капуста немного постоит, размякнет. Вот такой вот у меня получилась, такая получилась зажарочка из фарша. Очень симпатично даже, я бы сказала, выглядит. Сейчас немножечко еще дожарится и начну закладывать наши овощи. Так, что я здесь делаю? Здесь я мою лучок зеленый. Это мне принесла сотрудница Олеся. Олеся, спасибо, привет тебе. Принесла мне лучок зеленый, там и чесночок, лук двух видов, даже трех. Тоненький, перьевой и обычный батун, или бутун, как он правильно называется. Вот, я его весь перемыла. Сейчас я его выложу весь на подоконник, на тряпочку, чтобы он у меня весь просох. И потом только я буду его крошить в пакетик и убирать в морозилку. То есть это уже будет на следующий день. За ночь он у меня должен будет высохнуть. Так, я сейчас здесь разложу его, чтобы вода стекла, чтобы он подсох. Ну, я ворачиваюсь к моей готовке. Зажарочка у меня тут уже готова. Закладываю я картошечку и следом сверху капусточку. Заливаю небольшим количеством воды, чтобы было не слишком жидкое блюдо, потому что капуста тоже даст сок. Подсолила, хорошо перемешала, ну и, конечно же, ставлю варить. И уже вот тут вот быстренько по итогу уже показываю, что получилось. Вот такая вот картошечка с фаршем. Кстати, Дима заценил, очень хорошо ее покушал. Ну, а я буду заканчивать на сегодня свою мотивацию на глажку белья и на готовку. В конце видео вставляю вам такой небольшой релакс. Это мне прислала мама эти фотографии. Сейчас у них вот такая вот красота. Я-то когда ездила, сугробы и снег был. А теперь все зацвело, все красиво. Вот они меня нафотографировали. И я вам вставляю небольшой такой релакс. Друзья, не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и прожимать обязательно колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всем большое спасибо за внимание, всех с весной, всем хорошего настроения, всем пока-пока, до встречи!